Мне поручено принять вас в лоно службы разведки. В этом письме мой директор лично благодарит вас за желание сотрудничать с нами. Я очень порадую Остина этой новостью. А, привет, Базил. Да, Остин будет с минуты на минуту. Да? Да, я сейчас в номере Остина. Угу. Подружимся. Постой-ка. Мир. Я на это больше не куплюсь. Он об этом не говорил. Да, я понимаю, что он не мой. Нет. Знаете, я думаю, доктор Зло плохо с ним обходился, и поэтому он перебежал к нам. Кошки! Иди сюда, мелкий говнюк! Попался? Предохраняйся! Я уверен, что Остин и Мини-Мы прекрасно подружатся. Нет, я гарантирую, что с Мини-Мы ничего не случится. Я слежу за ним. Все, засранец, теперь ты мой. Я думаю, их с Остином очень сплотит общее желание остановить доктора Зло. Остин, наконец-то! У меня чудесная новость. Мини-Мы сдался нам. Прости меня, дружище. Прости. И добро пожаловать. Возьми его на мушку. Оп. На что? Слушайте, вы говоритесь наконец. Лучше не дата. Я настаиваю. Не стоит. Нам будет комфортнее вместе работать, если вы наконец... Блямба-мушка! Я должен делать вид, что упор не вижу эту блямба-мушку. Но эта блямба-мушка колет мне глаза. Я отрежу ее и раздавлю ее, как навозную муху. Раздавлю! Легче? Да, полегчало.